В Казани состоялась международная конференция «Чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Обсуждение прошло в рамках работы трех секций о роли и значении одного из самых почитаемых образов на Руси в сюжете нашего корреспондента. Мероприятие приурочено к освящению воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Первая секция организована в Казанской духовной семинарии, вторая в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана, третья в Казанском федеральном университете. Заявку на конференцию прислали на обе подсекции свыше 60 человек. Они представляют почти 50 вузов России. Несколько человек присоединяются онлайн. В гибридной форме из-за рубежа, из Израиля, Белоруссии, Узбекистана. Подсекции посвящены культурно-историческому значению Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации. В этом контексте участники обсудили развитие православия на территории Татарстана и межрелигиозный диалог в республике. Принимают участие, во-первых, сотрудники Института социально-философских наук. Понятно, почему мы ведем направление религоведения и теологии. Принимают наши коллеги из Института международных отношений. Доклады, с которыми выступили специалисты КФУ, посвящены историческому аспекту бытования Казанской иконы Божией Матери, связи Казанского университета и духовной семинарии, а также роли образа Пресвятой Богоматери в истории страны. Если вот спросить любого россиянина, верующего и даже неверующего, православного и, может быть, даже не православного, какой образ может быть символом единства всех конфессий, всех народов, всех этносов России, то ничего лучшего, кроме образа Пресвятой Богородицы, вы не найдете. Потому что в ней как бы сплелись вот все чаяния, все надежды великого, многонационального, многострадального русского народа. По словам Михаила Щелкунова, Богородица – это символ традиционных ценностей, которых в современном мире очень не хватает – семьи, жертвенности, материнства. Поэтому как для университета, так и других организаций очень важно использовать величие этого образа, который скрепляет нашу идентичность. Отметим, что итоги конференции по всем секциям были подведены в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.